воевали все, а вы нас ждали, дорогие женщины. За интересы, как американцы любят говорить, а мы почему-то стесняемся, либеральный чем, черт подери. За интересы великой империи под названием СССР, геополитические. Ну, а теперь, собственно, автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вы когда-нибудь, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Неизучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про поля, где родились, да про шелест берез, и совсем не стыдились солью сум смешанных слез. Вам, не ведавшим вроде, нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж там не прожить, нам не выйти из боя, не вернуться назад и струну не настроить на лирический лад. Боевые гитары я вам песню пою. Да, гитара не пара автомату в бою, но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах заодно с игроком. Вас дырявили пули и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, нетипичный дуэт. Я не думаю спорить, петь о том или не петь. Мне гитару настроить, надо к бою успеть. Спасибо. Виктор Верстаков из своих бирюлек издалека, в Калининской губернии, Тверской, просил вам передать его привет. До встречи. Вот спеть эту песню и до встречи в апреле месяце. У него концерт там будет. А сейчас он сказал, дела остались, дела там, дров нарубить, печка там разваливается. Лед в колодце прорубить, там, электричество барахлит. Ну, но пишет чего-то там. Так что все нормально, и я передаю вам привет со всеми праздниками. Поздравляю и с наступающим 8 марта. Всех женщин. А сейчас привет от Карася. Ну, знаете его, да? Это его песня, относится она
Он декабрист. И еще в первом каскаде успел повоевать. Относится она к 79-му году, к 80-му. Вот его песню вам спою. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь, для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, подирая озябший нос: папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа, всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, вспомни об этом, и друзьям своим растолкуй, почему нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй. Почему нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? Суету новогодней встречи вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Это баллада о побратиме. Побратим Вадим Викторович Бурага, правый летчик с Ми-8-х, погиб, сгорел живьем при обстановке минирования караванных троп с воздуха в богом забытом углу, на который даже карт не было. И вместе с ним погиб, получил тяжелые ожоги, но уже в Ташкенте его КМС-ка майор Балабанов Виталька. Тот прожил чуть дольше. От ожогов тоже умер. Песня посвящается ему. Мы ошиблись в расчетах. Их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамудж весь второй батальон пулеметами духи зажали. Отсекли БТРы огнем РПГ. Два из них подорвались на минах. Залегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спинах. Справа, слева здесь кто? Черт их всех разберет. Хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать. Скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, а они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везенье любое. Я потом уже думал, а если пришлось затыкать пулемет тот собою, да, наверное, б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг души долетел от реки так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли,
за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир баритоном охрипшим комбата. И взметнулся распоротый норсами мир, и в атаку поднялись ребята. Дальше все как по нотам. Было время, и был ослепительный час. Все отмечено в справках и сводках. А старлей вертолетчик, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом, эх, кругла же земля. Побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засели в руке у меня, а его угораздило в ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирта с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем тамадою. Это глупым покажется вам издали. Мол, с ума что ли там посходили? Но мы традиции сами слагали свои. Жаль, что нынче позабыли. Мы потом не один еще прожили бой. Все мы жили боями в Афгане. Я в Россию. Извините, я знаю. Просто. Я в апреле в Россию вернулся живой. Он сгорел в сентябре в Бадахшане. На гранитном плите между цифр тире и слова, выполняя задание. Я сюда каждый год прихожу в сентябре с побратимом моим на свидание. Так теперь и живу, не боясь ничего. Может быть, за себя, может быть, за него. Это колонна называется песня. Файзабад – город и полк, который стоял 860-й гвардейский отдельный мотострелковый полк, где я числюсь по жизни теперь бойцом 2-го батальона. Значит, он жил и город жил за счет колонн. Это была крайняя точка на северо-востоке, куда доходили наши колонны. Колонны шли тяжело. Засады, мины. Везли чего? Бензин, керосин, солярку в наливниках. Муку везли афганцев. Калоши. Они на расхват там шли. Их просто на босу ногу носили и ходили в любое время года. Продукты и многое чего. И вот эта песня называется «Размышления в колонне. Тулукан Файзабад». Двух разных войн едина суть. Да, надо сказать, что хуже всего вот это почти смертник, механик-водитель, который сидит за рычагами, за штурвалами, за рулями, если это БТР. Они подкладывали ребят под себя намоченные матрасы, потому что если подрыв фугаса, остальные все на броне. Офицерам было легче, поскольку всегда был наличие спирт. Была водка, и там как-то теряется ощущение, страх теряется, в общем-то. А у ребят, у водителей, кроме анаши, ничего. А движение колонн по горам 5 километров в час. И как они выдерживали там, ребята, водители? Там одуреешь от жары. Засады, стреляли, горели наливники, их сталкивали в пропасть, чтобы дальше колонна двигаться. Колонна двигалась. И всякие мысли разные приходят на ум, пока ты на броне трясешься.
Двух разных войн едина суть. Так говорил один комбат. Мы трассы жизни звали путь из Тулукана в Файзабад. Там трое суток напролет ползет колонна между скал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Кричи с досадой, не кричи. Здесь эти крики ни к чему, где ставят мины басмачи. Известно Богу одному, не угадаешь, где рванет, под кем сработает запал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойнее, браток. На нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток. И в Моне винна минная война. Вздремни, покуда твой черед. Отдай напарнику штурвал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Прикрой усталые глаза, взгляд оторви от колеи. И все, что в письмах прочитал, за словом слово повтори. Тебя в союзе кто-то ждет, а может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Да нет уж, лучше не дремать и успокоиться на том, что будет время вспоминать, когда до финиша дойдем. Закат ложится на капот, угрюм и тих багровал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А где-то фильмы о войне, а где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоины в лобовом стекле. Сказала вас, сказали вас, награда ждет. А ты о ней не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. И кто-то там живет, как жил, добрососедствуя со злом. А ты давно уже забыл, что называется добром. Пыль со скулы смывает пот, в глазах багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма быть или не быть, не для уставших наших душ. Мы просто дальше будем жить, перевалив за Гиндукуш. Вон прогудев над головой, вертушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Спасибо. Сейчас я попробую эту песню спеть. Когда доберемся до более веселых, но тут память. И никуда от нее не убежать. Когда мы вернулись, вот Иваныч сидит здесь, и жена его Наталья. Как собирались мы большой дружной семьей, файзабадской все. И они нам, жены, говорят, что вы там, все, что-то смех, какой-то смех. Вы что там, не воевали, вы что там делали-то? Ну, кто же будет рассказывать? И письма такие писали. Вот не показал Наталья тебе письмо, которое мы с вами сочиняли, с парторгом в голове? Нет?
Он же обозвал с нехорошим словом, письмо отобрал и порвал. Не буду рассказывать поэтому, а то он скажет, что я сказочник опять-то. Васьки нет, он бы поддержал. Ну, такая, пока что песни памяти. За дальнею речкой, за дальнею речкой, за дальнею речкой, где пыль да жара, за хребтом Гиндукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра, за хребтом Гиндукуша, за каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра. Военные годы, свинцовые годы, бои да походы, да пули, да кровь. Это было, все было, обелиски, могилы. Придай же нам силы, земная любовь. Это было, все было, обелиски, могилы. Придай же нам силы, земная любовь. Война за плечами, но снова ночами командно-ополчане приходят во снах. Загорелые лица, синева на петлицах, и пыль на ресницах, и соль на губах. Загорелые лица, синева на петлицах, и пыль на ресницах, и соль на губах. И память, как рана, открытая рана, на Афганистана забыть не дает. За хребтом Гиндукуша, над каменной сушью, послушай, послушай, как ветер поет. Вот за хребтом Гиндукуша, над каменной сушью, послушай, послушай, как ветер поет. Меня простите, я забываю, так что подсказывают. Ну, давно же не пел, и как-то... А еще тут эмоции, так что простите. Стареем. Куда деваться-то? Вертолетчикам посвященная песня. Колонна, первая песня. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, здесь горы, вершины и солнечный зной. Медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. Не только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. Не только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана. До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, глядит 14 век тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, глядит 14 век тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Гудит под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел, но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и рев душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот в уши бьет над нами,
боевой вертолет. А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне, а потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже черт с ним, за этот Афганистан. Спасибо. Тот, кто первую эту песню публиковал, это был Петя Ткаченко. О, спасибо, Марин. Он написал «Файзабадское лирическое». Ну да, мелодия она, но песня, которая мне очень нравится, она называется «Сормовское лирическое». Старая песня, помните, на Волге широкой, на Стрелке далекой. Но поскольку не было времени переделывать, а мелодию еще... Тут вот такая. В краю незнакомом, далеко от дома, цепляясь за скалы, плывут облака, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река, и точит веками гранитные камни. Здесь мутными водами кокча река. Предгорья Памира и банды Басира, и город с названием простым Файзабад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад, где сам губернатор почти провокатор, где год коротает четвертый каскад. Здесь койками рядом стоят автоматы и смотрят на город стволы в БТР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Ты редко мне пишешь, твой голос все тише, а письма так долго идут в СССР. Здесь радио нету, и редкие газеты, и транспорт единственный здесь вертолет, а ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Ночью ракеты и трассеры где-то терзают на части чужой небосвод. Здесь ветры с Джелгаром на склонах Атары, на озеро Шива бредет караван. Здесь рвутся гранаты, летают снаряды, и тянет с дуканов гашишный дурман. Здесь рвутся гранаты, летают снаряды,
и тянет с дуканов гашишный дурман. Мы вспомним, ребята, как пели когда-то под лампочки тусклый скупой огонек, как жили на вилле, как в горы ходили, где наш прикрывал миномет Василек, как жили на вилле, как в горы ходили, где нас прикрывал миномет Василек. И может, когда-то, пускай без награды, домой мы вернемся к подругам своим и встретимся снова у дома второго, а может быть, у проходной дурни. И встретимся снова у дома второго, а может быть, у проходной дурни. Но кто нам предскажет, когда нам прикажут опять собираться в чужую страну, и парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну, и парни с каскада возьмут автоматы, и мир защищая уйдут на войну. Я сейчас хочу спеть песню Юрия Ивановича. Он здесь присутствует со своей женой Натальей. Он головой мотает, мол, это не я, а человек похожий на меня. Он так, он любит. У нас тут все на кого-то похожи. Но песня-то хорошая, правильно? Но джелгар. У нас их было два. Большой джелгар и малый джелгар. Прямо вот вилла наша, и тут вверх. Не помню. Сколько высота, Юра, не помнишь у этого джелгара? Где минометная батарея стояла? О, по узкой козьей тропе. Наталья, а ты что, не знала как будто, да? Это ж тебе писал. Ой, суровый человек, Юрий Иванович. Сейчас скажу, сдам с потрохами. А письмо-то наше, он порвал. Васька Парторг, он... Да мы писали, требовали, чтобы ты, наконец, вышла из-за него замуж. Ну, и вот подпустили, чтобы я предложение сделал. Парторг подписал ВВС там. Он пришел, назвал нас нехорошим словом, все это порвал и все. Так что нашу парторганизацию, Ваську вообще, и меня, командира группы, вообще ни во что. Но все нормально, поехал. Ну, песня хорошая, да. Над джелгаром зашла луна, серебром на когти расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. По последнему снегу шла, собирала его в ладони, улыбалась, когда весна каплей падала на подоконник. По последнему снегу шла, собирала его в ладони, улыбалась, когда весна каплей падала на подоконник. Завтра сдавленный крик ишака или гулкие разрывы мне напомнят прямо с утра в Файзабаде лишь сны красивы. Ну а вечером грусть и тоска наплывет под гитарой пение. А сегодня мне нет письма, что поделаешь, невезенье. Ну а вечером грусть и тоска наплывут под гитары пенье. А сегодня мне нет письма, что поделаешь, невезенье. Спят тревожно мои друзья, каскадеры грустить не умеют.
Я во сне вспоминаю тебя, ту, которая ждет и верит. Над Джелгаром зашла луна, серебром на кокче расписалась. Я в картинках цветного сна вспоминаю, как ты смеялась. Это Сорочкина. Или человек, который похож на Сорочкина. Ага, да. Ладно. Ладно. Повеселее чуть-чуть. Хотя на самом деле она не очень веселая. Если так вспомнить. Дыра много. А, ну надо сказать, лазурит. Камешек, который не найдешь у нас в России, почему-то он не считается. У нас там чароиты, черти чего. Но это лучший лазурит, который добывался на Шахроново Мунжон рядом с корону. Да, сейчас другое. Значит, скажу, что он добывался в горах. Потом их захватили, там гулдот полковника выбили, все. Потом отошли, потом опять захватили эти месторождения духи до конца войны. Там. Лазурит, килограмм лазурита чистого, темно-синего. Он стоил $3000. Его продавали, в Пакистане покупали оружие и в Афганистан. Так что вот такая вот песня. Да, значит, тут мой брат названный, он прочитал и стал сказать, где же написано «Карамунжон»? Нашел в Монголии. Я там написал, что расшифровывается он «Куроно», дефис, «О», дефис, «Мунжон». Но так никто не говорит, и они тоже, ну как они говорили, но в Монголии не знаю, там степи, в общем-то, гор, так, таких гор нет. Ну, неважно. В дыра много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода, а у них, говорят, ДШК и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК афганов, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК афганов, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта. Под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, афгана мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, афгана мать. И вернувшись домой, чтобы не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, афгана мать. Спасибо. Вот, кстати, мне через Олю Алексеевну, связь с миром через нее, через Перову, ну, вы знаете, да, потому что там я не в состоянии отвечать, то это барахлит, то еще чего-то. Но прочитал одно, вот что у вас за значки, неужели, говорит он, почетный чекист? Нет, у меня ни одного нету и почетных, не заслужил и не получил. Вот это вот вымпел, да, боевой вымпел значок, а это академия. Было сейчас она академия, ФСБ называется. Вот это вот так. А почетного чекиста у меня нет. Так что. Ну, просто путают. Вот Карамунжон ищут в Монголии. Значок вымпел, почетный чекист. У нас у Ивановича есть. Настоящий. Есть, есть. Наташ, что ты? Все в прошлом. Ну, нет, значит, не человек похожего. Эх, нет, Васька, он бы подтвердил там.
Вы мои остановите. Ну, тогда вот еще. Правда, те же самые лазуриты. Посерьезнее песни. Перевал Караманжа, нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Караманжон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастны и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастны и к другу, и к врагу. Перевал Караманжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погоны, но не этим не забудется Афган. Сколько нас осталось там, на камнях Караманжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Караманжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Караманжон, нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Вот она. Ну, такая песня, без конца ее пою везде, чтобы как бы не станет так, все грустно было. Ну, эта песня на мотив общеизвестный, переделанный, конечно, мной изуродованный, но, да и вы ее знаете все, значит, тогда просто я спою, что просто повеселее тоже. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то бродит вовсе голый, с вами, в общем, незнакомый снежный человек, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, ну, вспомните, что раньше вы так не летали, и уж как видно, больше вам так не летать. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, если кто знает, это супермаркет в Афганистане такой. Если вас в Дукане нагло обманули, если гнев невольно в сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, их на все Дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Вот если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение не покинет больше вас. Ну и последний, самый трагический. Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, однажды я эту песню спел, и кто-то мне из зала... Правильное замечание. Он же... У него же не коза, у него козел. Ну, что я сказал? Ну, что было, то было. Тем хуже для Робинзона. Серьезно, я так вот вспомнил чего-то вдруг. Действительно, козел у него был. Ну и что? Смысла не меняет. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые и пугливые, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку паранжи. То оазисы, то горы, то пустыни Регистан, мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, но с вершины Гиндукуша виден только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где написано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашишу предприимчивые бачам. Там поклонники Хайама, знатоки Фердауси, но о тонкостях ислама спорить, Боже упаси, вас разбудит на рассвете вопиющий с неба глаз. Муэдзин зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичней не найти, но там стреляют из дувала вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке? Непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Спасибо. Эту песню я редко пою, но раз директор мой мне ее выложил, надо ее петь начинать. Вот я вот сидит, спрятавшись тоже. Кто оставлял? По Востоку? Да, ладно. По Востоку, к небу тянется дорога, путаясь в барханах, сопках и горах. По Востоку, заложите душу Богу и в патронник загоните весь свой срах. За спиной РД тяжелый, ты терпеть не мог со школы, если что-то давит на плечо. Это было все когда-то, здесь не школьники, солдаты, здесь год за три пишется в зачет. По Востоку, перекурим, брат Серега, до атаки остается 5 минут. Небо высветит ракета, чья-то песня будет спета, и кого-то в цинках повезут. Караван из Пакистана, банда духов из Баглана, пища автомату твоему. На гражданке ты был смелым, здесь тебя проверят делом, объяснят, что как и почему. По Востоку, где ж ты, Ленка, недотрога, помнишь, как с тебя я станцев провожал? Целовались до рассвета, ладно, стоит ли об этом, все решит последний перевал. Штык-герой, а пуля-дура, это все литература, и это все газетная мура. Из далекого Герата передай привет ребятам с нашего московского двора. Из далекого Герата передай привет ребятам с нашего московского двора.
что, перерыв сделаем? Как вы скажете? Или последнюю песню перерыв? Не, последнюю, крайнюю вот из этого. Да? Там еще много. Значит, расскажу историю. Мы заворачиваемся, закрываем точку и перелетаем из города Файзабад на вертолет в город Кундуз. У нас там центр был. А все остальное, зона ответственности, а в Кундузе, да, и дальше на Кабул. И дальше домой, в Россию. Вот прощание с Файзабадом. Земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. И мы прощаемся, 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 и Файзабад уже теряется внизу. Здесь столько было нами пройдено, и столько было здесь изведано тревог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перекрестки неизведанных дорог. А впереди у нас Кундуз и дальше Родина, и перепутье неизведанных дорог. Мы снова встретим боевых друзей, но снова вспомним боевых друзей и товарищей. Мы с ними хлеб и соль делили пополам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали, и бродили по горам. Где бы мы ни встретились, в Европе ли, в Австралии, мы снова мысленно оглянемся назад, когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Когда на карте на восточном полушарии отыщем маленький кружочек Файзабад. Земля качается, 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 и самолет уже теряет высоту. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу. И все кончается, когда-нибудь кончается, и Шереметьево раскинулось внизу.